Реконструкция Щелковского шоссе, начатая в 2012 году и приостановленная в связи со срывом сроков строительства, будет завершена к концу этого года. Подрядчик успел сделать всего 50%. Если стоимость всего этого объекта 10,5 миллиарда, подрядчик сделал на 5600. Долго вели переговоры, заморозив всякое строительство, о расторжении контракта, в том числе и в судебном порядке. И только месяц назад пришли к единому решению, и соглашение сторон мы расторгли с этим подрядчиком. Новый генподрядчик приступит к обязанностям в августе. Предстоит за 4 месяца завершить половину от общего объема работ, а именно переложить все инженерные сети, завершить строительство подземных пешпереходов, уложить 11 из 18 километров дорожного покрытия и поставить в квартиры с видом на шоссе около 34 тысяч шумоподавляющих стеклопакетов. Мы привлекли подрядчик, который работает на развязке и северо-восточной корде, чтобы порядок, который оставил нерадивый подрядчик, восстановить и все. А остальные работы пока продолжает субподрядная организация бывшего генерального подрядчика, которые будут продолжены работать. И мы рекомендуем новому подрядчику, ими воспользоваться. Так, на эстакаде над 9-й парковой улицей завершаются железобетонные работы, строители приступают к монтажу шумозащитных экранов и в скором времени начнут дорожные работы с тем, чтобы пустить движение по эстакаде в сентябре. Ну, на сегодняшний день трудностей нету, в связи с тем, что все вопросы по освобождению территории и компенсации все решены, то есть осталось только физика работы. Напомним, что целью реконструкции Щелковского шоссе является 30% увеличение пропускной способности дороги от Преображенской площади до МКАД. Петр Ларин, Строительство.ру.